Я хотел бы поговорить о другом. Почему во времена Советского Союза, когда в составе СССР были все вот эти же республики, вот этих проблем не было. Не было такого терроризма, не было такого национализма. Да и вообще понятие национализм было что-то исследовательское, архивное. Значит, но к нам приезжали в Москву, в центральные регионы, из Кавказа, Средней Азии гости. И, в общем-то, они не воспринимались в том виде, в котором они воспринимаются сейчас. На ваш взгляд, в чем разница того, что было тогда, и то, что стало сейчас? Что произошло? Начнем с количественной оценки или с качественной? Давайте с обоих. Давайте начнем с количественной. Никогда Россия, коренная Россия, не заполонялась выходцами со Средней Азии, из Кавказа, в таком обилии, как сейчас. Больше того, вы вспомните старый фильм, когда старого дедушку, который приезжает навестить свою внучку, или свинарка и пастух, начинается заботиться о нем таксисты, все передают с рук на руки. Это действительно было так. Я же помню, когда я зашел в вагон метро, и сидит дедушка киргиз. И я, воспитанный на книгах Айтматова, вот желание, ну, дедушка, ну, чем тебе помочь, вот со всей душой. Тогда не было заполонения коренной России выходцами, это количественная сторона. Потому что мы ведь воспринимаем 1, 10, 100, это же гости. Но когда это агрессивное большинство в миллионы переваливает, агрессивное, не те, что приезжали с почтением и с уважением. Причем одна из причин – это бездарная экономическая политика власти. Бездарная. Ведь как верстались и проектировались раньше пятилетки? Равномерное распределение трудовых ресурсов. Больше того, не они к нам приезжали, это мы из России на строительство ГЭС, на строительство химзаводов, на строительство оборонных предприятий, которые равномерно распределялись с нагрузкой по всей великой стране СССР. И Прибалтика, и Азия. Причем распределение шло не в пользу коренной России. Мы однажды уже об этом говорили. Достаточно взять статс-справочники тех лет, когда в Туркмении асфальта приходилось больше на квадратные километры с ее-то песками, чем в центральной России. Где как дороги были непроезжими во время войны, так и они до сих пор не проезжие. А количественная сторона другая. Раньше сюда приезжали учиться. У старшего брата, у русского. И было чему учиться. Раньше сюда приезжали люди перенимать опыт. Было почтение, было уважение взаимное. Нас к ним, их к нам. Сегодня кто приезжает? Во-первых, приезжают уже зарубежные лица. И это подонки, отвечая за свои слова, своего народа. Почему? Потому что сегодня жить, что в Узбекистане, что в Азербайджане, что в Туркмении, тяжело. Невыносимо. Они вернулись к байству. Есть баи, ну, у нас они тоже. Вот, и есть нищета, голь, рабы. И они бегут от этой жизни сюда. Они не борются там. За свою землю, за свою семью. Они похватали шмотки, они похватали детишек и помчались сюда, в Россию. Для чего? Потому что здесь, почему? Потому что здесь лучше и легче жить, чем у них на родине. Они что, эту землю приезжают сюда поднимать, лелеять, украшать? Да нет. Завтра будет возможность, они переместятся в Германию, как из России бегут такие же подонки там, где лучше жить. Это качественный состав. Так, Борис Сергеевич. Но в целом, я тогда вот эти завершу, два посыла. Но в целом я усматриваю другое. Я усматриваю огромную политику по уничтожению моего родного русского народа. Объясню почему. Они убедились, что нас не взять ни горячей войны, почему отказались уже после 45-го года, строить операции военные, не холодной войной. Одержав победу в холодной войне и развалив Советский Союз, это полдела.
захватив сегодня 95% крупной промышленности в свои руки, захватив сегодня сырье, заводы, фабрики, это вторично для них. Первично то, что прописано во всех программах Милтона Фридмана, по которым строится капитализм в России, этого чикагского профессора, 35 лет весь капиталистический мир строится по этим лекалам, где было основное прописано изменение общества и личности. Им нужно было за эти 20 лет изменить нашего человека, изменить его нравственные опоры, изменить его, ну, то, что говорят на современном языке, там, научный корявый менталитет. Что произошло? За 20 лет им ничего не удалось добиться в изменении человека и общества. 94-96% людей по-прежнему продолжают жить на основе тех нравственных ценностей, которые жили до этого. И вот сейчас они переходят к очень страшной для нас фазе, это физического, открытого физического истребления. И будут этого добиваться через уничтожение здравоохранения. Обратите внимание, Министерство экономики вот только что на днях заявило, что половина программ, которые Путин объявил в мае, майских так называемых обещаний Путина, невозможно выполнить при существующем бюджете. И в первую очередь они называют, невозможно выполнить программы здравоохранения. Они будут свертывать здравоохранение, потому что якобы бюджет. Дальше питание. Нас сегодня уже кормят неизвестно чем. А в декабре Медведев подписал разрешение на использование семян ГМО. Борис Сергеевич, я все-таки хочу вас вернуть к начальному пункту. Вот когда вы говорили о мигрантах из других стран. Но ведь Россия наполнена не только мигрантами из Туркмении, Таджикистана, там, Узбекистана. У нас есть огромное количество молодых ребят, которые приехали с Кавказа Северного, которые формально являются частью России, российскими регионами. И миграция у нас носит, и, скажем так, аллерген, это ничуть не меньше, чем таджики, если не больше, которые вот эти молодые ребята, дееспособные в рабочем таком возрасте, могли бы созидательно трудиться, но они все уезжают из своих родных республик, бросают. А в чем причина? Кто виноват в этом? Формально, и об этом много пишут и говорят, о том, что нет работы. Они приезжают искать здесь работу. Вот эта бездарная экономическая политика государства приводит к тому, что сегодня молодежь республик нашего Кавказа вынуждена искать работу в России. Только почему-то странно. Давайте поедем по предприятиям, которые работают сегодня в Москве. В Ярославле мы с вами были. Кстати, вот в Ярославле мы с вами были на заводе. Да. Мы много там видели у станков представителей Кавказа, которым там нет работы, и они ищут здесь работу. Мы видели в кабинете директора узбека. И в цехах мы не видели ни одного. И очереди в отдел кадров мы тоже не видели из кавказцев. А вот скажите, пожалуйста, мне, почему, если там нет работы, они продолжают туда вывозить рабов из России. И каждый день проходит сообщение о том, что пропадают люди. И обратите внимание, очень активного рабочего возраста пропадают. А потом через 10 лет их находят в том же Дагестане. На кирпичных заводах. В положении рабов. Они дают показания, но только я почему-то после этого не нахожу материалов, что состоялся суд над рабовладельцами 21 века. Которые почему-то, как правило, именно в Кавказских республиках. Работы нет, а рабы нужны. Для чего? Ну, потому что рабу не надо платить, и рентабельность выше. То есть это бизнес. Еще Карл Маркс сказал, нет такого преступления, на которое капитал не пошел бы ради 300%. А дети этого хозяина, этого рабовладельца, почему-то якобы здесь, в Москве, ищут работу. Но я еще раз говорю, пройдем по заводам,
по тем трудовым местам, которые есть, там мы их не найдем. Хорошо, что и почему-то делать? Каждый раз, когда захватывают этого кавказца, ловят на чем-то, он временно не работающий. Еще ни один не сказал, да, работаю на макаронной фабрике номер 4. Хорошо, что власть должна, с вашей точки зрения, или вот, предположим, вы, власть, отвечаете за национальные вопросы или еще какое-то министерство, что власть должна делать для того, чтобы кавказская молодежь оставалась у себя на родине, закреплялась там, что этому мешает? А зачем ставить так вопрос и делать их не выездными? Почему не выездные? Но чтобы у них там была работа. Да есть там работа. Да есть там работа. Есть там работа. Может, она не в таком объеме, как бы им надо. Но я считаю, что это надуманный и ложный аргумент, что там не хватает работы. Поэтому они едут сюда. Я уже доказал с обратной стороны, что они не ищут работу. Не ищут работу. И нигде еще ни один кадровик не сказал, вот у нас, к сожалению, 1000 записавшихся в отделе кадров на работу, а мы их не можем трудоустроить. Почему-то наоборот сейчас говорят о том, что ВПК, военно-промышленный комплекс, в ужасе от нехватки рабочих сил, открывают учебные заведения и нет набора. Почему-то этот молодняк, который бежит сюда, он не рвется учиться, овладевать профессиями нет. С чего надо начинать? Начинать с элементарного, что никогда не сделает эта власть. Соблюдать закон. Элементарно. У нас же что происходит? Как только русский защитился или защитил семью, он становится преступником, превышение защиты, убийца, нанесение уголовное дело, 6 лет отхватил, мама не горюй. Как кавказец, это хулиганство. И он исчезает почему-то, его не арестовывают. Даже подписку о невыезде не успевает взять, он тут же растворяется. И все знают куда, уехал домой. И почему-то оттуда не возвращают. О, новый дом, да? Оттуда уже не возвращают. Почему? И почему я говорю, что эта власть никогда не будет соблюдать закон? А кому соблюдать? Начиная от президента, и мы об этом говорили, заканчивая любым министром, это преступники, преступающие закон. Потому что сегодня мы говорим о коррупции. Но тоже ведь очень интересный посыл. Мы говорим о коррупции и уже любую взятку. У нас эти коррупционеры, учителя коррупционеры, врачи коррупционеры, да? Вот. У нас почему-то мэры коррупционеры. И на этом все останавливается. Вот мэров у нас полно коррупционеров. Их сажают, их берут. А вот уже губернаторы у нас, ну, чистейшие. Ну, губернаторы, вот только что, буквально вчера в отставку отправлен губернатор Челябинской области Михаил Юрьевич. Это по какой статье его судят? По собственному желанию. Ну, о чем говорим. Но мы возвращаемся к теме Кавказа. Значит, в первую очередь должен соблюдаться закон. Почему закон не соблюдается? Почему русских гнобят, кавказцев не гнобят? Не наказывают. Выводят из-под суда, выводят из-под удара. За убийство год условно. Разжигает ненависть. Ну а в чем резон для власти подобное разжигание? Что она от этого выигрывает? Договариваю то, на чем мы остановились. Значит, сегодня им нужно убрать с мировой арены русский народ, который не вписывается, не переформатируется в нужные рамки вот этого капитализма 21 века. Ну а что, властители этого не понимают? К примеру. Им же некем будет руководить тогда. Почему же некем-то? Как раз они заинтересованы в том, чтобы заменить население. Причем заинтересованы все, как ни страшно. Русский народ, пока он существует в рамках своего государства, и пока он русский народ, остается единственным хозяином этой земли, этих недр. Это прописано в Конституции. И те заводы и фабрики, что у нас украли, он остается хозяином. И рано или поздно он, оклемавшись от этой дури, которую на него напустили, он это вернет себе назад.
те, кто сколотил миллиардное состояние и продолжает высасывать из России эти соки, они понимают, что рано или поздно истинный хозяин это востребует назад к себе. Хозяина этой земли, государства России, уничтожить. Государство России, как юридическая хозяйка, юридический хозяин этих богатств, для спокойной жизни, дальнейшей жизни людей, разворовавших страну, должно исчезнуть. Тогда нет хозяина. Тогда не полно... А пока есть хозяин, они все время будут думать о том, что рано или поздно им спокойно не спится. Это первое. Второе. Вот русский народ доказывает. У Фридмана прописано воспитание крайнего эгоизма. Это сейчас уже в тюрьмах введено. Помните, Лебедева на УДО не пустили, обвинив его в том, что он поделился пайкой. И это приравнено к нарушению закона. И второе, дал парнишке, которого с этапа голову вернули, дал ему одежку на время. Вот. Это у Фридмана прописано. Это с Чили началось. Воспитание крайнего эгоизма, смесь заключения, там больше контроля. Дальше это будет внедряться в школах. Никакая форма коллективного воспитания уже не будет срабатывать. Потому что это будет удаляться из форм воспитания.